Первые машинки Smart Photo появились на дорогах более 10 лет тому назад. Над ними смеялись. А на сегодняшний день продано 1 миллион 200 тысяч экземпляров. Настало время провести очередной рестайлинг. Значит так, мы по-новому подошли ко всей машине. И в первую очередь учли пожелания наших клиентов. Например, в интерьере. Весь салон выглядит более дорогим. Появился многофункциональный мультимедийный центр. Это радио, устройство громкой связи, навигатор, возможность подключения всех современных электронных приборов и носителей. Владельцы жаловались на акустику, мы ее кардинально улучшили. А еще нашим клиентам не хватало темпомата, чтобы больше не получать штрафов за превышение скорости. По желанию теперь можно заказать боковые и задние аэродинамические обвесы цвета автомобиля. Вместо 6 цветов на выбор 7. Дневной свет на светодиодах – дополнительная опция. Новые моторы снижают выбросы. «80% нашего модельного ряда выбрасывает менее 100 граммов углекислого газа на километр пробега. Модель с дизельным мотором всего 86 граммов. Это нижний порог эмиссии. А в будущем мы делаем ставку на электрический смарт. Во всем модельном ряду у нас нет машины с выбросом более 120 граммов. Тут мы очень и очень конкурентоспособны». А для индивидуалистов есть модели тюнинговой фирмы Brabus. Они доведут мощность мотора в малыше до 102 лошадиных сил. Smart от Brabus разгоняется до 100 км в час за 8,9 секунды. В Германии такой Smart стоит 16 870 евро. В цену входит спортивный кожаный руль с лепестковым переключателем скоростей. Мы предлагаем бесконечно много цветов, огромный набор технических инноваций по желанию клиента. Мы вам сотворим такой сказочный салон с такой нежной кожей, что пальчики оближете, у вас такая мебель дома не стоит. Мы готовы выполнить практически любое пожелание взыскательного клиента. И действительно, линия Smart Brabus TaylorMade, что-то вроде Smart Brabus индивидуального пошива, предлагает тысячи различных оттенков лака и 6 цветов мягкого верха для кабриолетов. В салоне кожа 30 основных цветов, различные варианты дизайна и целый ряд опций от фирмы Brabus. Так что любой клиент в любой части света получит смарт по своему индивидуальному вкусу. Наши главные рынки сейчас – это США и Китай. Они бурно растут. Там тоже происходит пересмотр ценностей. Меняется само отношение к автомобилю. Конечно, не надо ожидать чудес. Давайте вспомним, и в Европе смарту понадобилось 10 лет, чтобы закрепиться на рынке. Но мы видим мощный потенциал развития, поэтому и делаем основную ставку на эти рынки. В ближайшее время начинаются продажи автомобилей Smart в Аргентине и в Индонезии.